Молодежный нефтегазовый слет – это первое большое мероприятие в стенах Малой академии наук, которое проводит Таасюрях нефтегазодобыча, дочернее общество нефтяной компании «Роснефть». Наше замечательное здание, в котором мы заселились в 2005 году, было построено благодаря щедрой финансовой помощи нефтяной компании «Роснефть», чему мы очень благодарны. Здесь она оснащена исключительно новейшими средствами научного исследования. Настоящий слет – это и первое мероприятие, но и дальше будут последующим и другие слеты, которые, надеюсь, дадут возможность нашим детям хорошо понять, что это такое нефтегазовая отрасль, и надеюсь, что они в будущем станут обогащать, усиливать и развивать нашу экономику. Участники слета – это учащиеся Роснефть-классов из Ленска, Мирного и Якутска, а также сети политехнических школ из 38 населенных пунктов республики. Участвует у нас порядка 100 человек. Это учащиеся 9, 10, 11 классов. Молодежный нефтегазовый слет шел в течение 3 дней. В первый день на торжественном открытии участников разделили на 5 команд – белые, желтые, красные, оранжевые и черные. Каждую команду курируют молодые специалисты предприятия «Таасюрях нефтегазодобычи». Я работаю в «Таасюрях нефтегазодобыча» в блоке капитального строительства и буду передавать опыт на протяжении всего нашего слета нашим участникам, молодым, будущим, надеюсь, нефтяникам. Программа слета включала в себя работу над нефтегазовыми проектами, профориентационные игры, квесты, мастер-классы, квизы и турнир настольных игр. Что ожидаешь от этого слета? Получить какой-то опыт, может быть, более грамотная будет профориентация, потому что я до сих пор не совсем определился с тем, кем именно буду работать в нефтегазовой промышленности. Собственно, вот и все. Я ожидаю получить общение с новыми ребятами, так как ребята все тут умные. Я ожидаю узнать что-то новое. Но главная миссия участников – спроектировать и создать макет реальной кустовой площадки месторождения. Для этого они на протяжении 3 дней развивали компетенции, получали новые знания и навыки под руководством опытных экспертов ТЮНГД. А компетентное жюри определило лучший проект. Команда-победитель получила ценные призы, а 11-классники в ее составе – 3 дополнительных балла к ЕГЭ при поступлении на кафедру недропользования СВФУ имени Амосова. Виолетта Зосимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.